Сегодня будет распаковка вот этого слайма. Вот. Он стоит 30 рублей. Это будет цена не секрет. Вот. В общем, давайте открывать. Ну, похоже на полицейскую машину. Ну, на мигалку полицейскую. Итак, вот такой синий или фиолетовый лизун. Вот, он очень хорошо расплывается. И стеклянный, как вы видите. У него какая-то грязь. Это минус. Я его еще не жмякала. Вот. Посмотрите. Сейчас вам покажу. Ой. Тут он оставляет следы. Вот, посмотрите, какой прозрачный. Ну-ка, а из него получается это как вот так. А, нет, он порвался уже, капец. Но мне очень нравится этот слайм. Такой прозрачный, блестящий, как вы видите. Вот видите? Очень красивый слайм. Давайте его в сторонку положим вот сюда. Надеюсь, то, что он будет видеть. А сейчас мы приступим к красной стороне. Или розовой, я не знаю. Ой! Опс. Раз, два. Ой, с этим лизуном ничего не... Так, раз, два, три. Блин, нет. Нет, не срабатывает ничего. Только пузырьки появляются из-за прозрачного лизуна. Я их не буду смешивать, потому что мне их очень жалко. За 30 рублей они не стоят этого. 30 рублей. Даже розочку нельзя им сделать. Ну ладно. В общем, не советую покупать это, потому что... Так. Потому что они такие ужасные. Так. Ребята, кто спрашивает то, что... Например, почему у меня такой голос хриплый, потому что я заболела чуть-чуть. Ну ничего. Это видео выйдет завтра, потому что я вчера сняла типы слаймеров. Вот. Ну что, до свидания. Итак, ребята, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также ставьте лайк. А всем пока!